Меня зовут Бояркин Егор, игрок команды Томск. Сегодня вы сыграли ничью. Оцените свою команду соперника. Ну, что мы, что команда соперника идет в таблице, и поэтому эта игра была, так скажем, за престиж оставшийся. Вот. Нас, в принципе, ничья устраивала, но хотели, конечно, увидеть момент для этого были. Хорошо, ничего, успели сыграть нормально. Сегодня назначили пенальти, сегодня реализовали пенальти. Прокомментируйте. Ну, пенальти, мне кажется, был 100%. Пробил, мне кажется, бью туда, куда всегда бил, поэтому забил, наверное. Вот все. Завтра у вас еще одна игра предстоит. Какой у вас настрой? Ну, у нас настрой такой, что как бы у нас как таковых турнирных целей нет. Наша задача просто поиграть, получить это удовольствие. Будем так действовать.